Что здесь пространство единое, что во сне пространство единое. Бог и Господь Бог. Мы когда-нибудь обращали внимание, почему есть Бог, а есть Господь Бог? Кто из них душа, кто из них аватар? Это вам тоненький намек на это, да? В каком они пространстве? В другом или в едином? А планеты другие? Когда мы говорим, мы не можем ходить в другие миры. Другие мира, миры в другом пространстве или в этом пространстве? И когда у нас приходит вот это понимание, то все, что есть материальное, материя, мы материю можем вытянуть из любого, из этого же пространства. Мы можем из сна принести в явь любой предмет, потому что пространство единое. И когда мы осознаем себя, что я есть и есть только мой мир, и когда мы научимся всегда жить в своем мире через себя, никуда не отталкиваясь, не закрываясь, то, что я себя не увидел другим миром, какой-то материальной благостью, тогда мы начнем познавать свой мир через свое пространство. И только после познания этого пространства мы научимся быть в пространстве. Тогда мы научимся видеть это пространство, а это пространство и есть все. Когда мы научимся считывать любые послания, когда мы научимся общаться с Богом, это не в переносном смысле, потому что Он тоже в этом пространстве. Когда мы поймем, что такое Бог, а что такое Господь Бог. Когда мы поймем, что такое сон и что такое явь. Когда мы поймем, а что такое какой-то материальный предмет и где мы его можем взять. Когда мы его можем взять. Насколько. Сложно нам это будет или нет. И когда вот эти вот все понимания, они у нас могут прийти только через наш мир. Только через то, когда мы поймем и ощутим, что мы не умеем уставать. В нашем мире не бывает усталости. В нашем мире не бывает апатии. Невозможно печалиться. Невозможно печалиться от того, что ты есть.